Давай я себя лучше сниму, как она себя там с тобой потом снимет. Подожди, давай. Открывай дверь. Что вы творите? Я тебе сейчас на двору, скотина ты, вонючая! Ты опять пришел сюда! Я тебя сейчас этим кнутом, блядь, повешу, как скотину! Вы везли дверь побили! Уберите, Павел! Уберу сейчас! Убери свои эти дырколки! Ты думаешь, будешь... Сейчас милиция приедет. Вот хорошо. Мы вызовем милицию. Вызывай на меня милицию. Вызвали, приедем. Вызывай. Как ты? Мы будем милицию на улице. Вот побита дверь. Пожалуйста. Я была у этим вот гражданином. Я была у райисполкома, мне сказали... что они уже кончили. Вот. И вчера до двух или до трех часов они, я им разрешила делать. Да. Да. Они сказали, что вот такая рамка осталась, говорю, мы сделаем и все. И уйдем. Вы сегодня опять? Иди, блядь, ты сука ты. Я тебе что то стой, иди, говорю. Иди, успокойтесь. Иди, падай. Успокойтесь, вы смотрите, вы за это ответите. Да, я сейчас разобьюсь. И за эту дверь вы ответите тоже. За эту дверь, это ты ответишь, подонок. Вы видели, что сделали с дверью? Видела. Да. Видела я. Понимаешь это или нет? У меня все пообваливалось, и карнизы, и плитка. Все пообваливалось. Вы в бумажном виде... Я была у райисполкома вчера, а пришла с райисполкома, он сказал, так и морда большая, он сказал мне, что мы уже кончили, осталось, говорю, вот такое, разрешите нам на час. Я говорю, хорошо, вот так. А ты опять падать пришел? Нам на сколько разрешите? Я не на сколько вам не разрешаю. Ну, тоже на час сколько давайте. Во! Понятно тебе или нет? А что вы им разрешили, а нам нет? Я тебе разрешаю. А что вы им разрешили, а нам нет? Потому что пусть не пустит. Я тебе падать и разобью фатлу, эту морду. Подождите, что оскорблять человека? Оскорбляю и буду оскорблять. А что он делает? Он такое право дал? Он работает. А он какое право имеет этого делать? Так, ему семью кормит. Семью? Мне плевать на его семью. По трудовому, кодексу Республики Беларусь я имею право работать, правильно? Ты имеешь право идти на стройку. Я на стройке, это стройка. А это стройка? Это бандитская стройка. Это бандитская стройка. Скажи, что он разрядился. Больше не будешь? Больше не будешь. Три дырки проскребли. Иди отсюда, блядь! Три дырки, шесть дырки проскребли. Не надо мне! Ни одной не дам! Это что, вы им разрешили, а нам не? Почему? Правильно, потому что он по-человечески пришел и сказал. Вот. В смысле по-человечески? Да, по-человечески. А я ж не знал, что к вам надо приходить. Я бы, не конечно, надо ко мне приходить. А кому надо? Вот. Не надо. А я им поговорила, он мне сказал. Все, хватит. Так что надо было мне что спросить? Что ты, блядь, делаешь? Куда вы? Что ты, блядь, делаешь? Покиньте квартиру. Кожеватый! Кожеватый! Я тут это ничего не делал, поймите. Я вот здесь сделал, мне надо три дырки просверлить. Это все. Не тюрьма! Это не тюрьма! Все, покиньте квартиру чужую, пожалуйста. Я сейчас под... Это моя собственная. А ваша на третьем этаже. Это задушили свою мать. Все. Спасли хотя. Ага. Это задушили свою мать. Слушайте. Да. Забыл я ваше отчество. Не надо мне. Этот самый. Ага. Мы им разрешили вчера нам чуть-чуть все. Я сейчас, блядь, перестану. Видишь? Так, успокойся. Чуть-чуть. Я разрешу, иди отсюда. Иди, даже не спрашивай. Почему? Я тебе сказала, не спрашивай даже. Ну, потому что хару разобью. Клянусь тебя. Вот. Я же вам давал молоток, пришел. Вот. А что вы молотком не захотели? Где? Ты мне давал. Ну, когда вы приходили, я вам дал молоток разбил. Ты не открывал, не пизди. Не сегодня, прошлый не раз. Не пизди мне, ты не выдумывай. Давайте я сейчас вам дам молоток. Я тебе сейчас молоком. Ой, я пиво, пили это. Я тебе сейчас бумагу. Дайте мне все пить. Во, у меня есть. Ну. Во. Ну, так Натя молоком вот надежнее будет. Не надо мне. Ну, чему не надо? Да. Убирайтесь отсюда, подонки. Убирайтесь, бандиты. Убирайтесь. Убирайся отсюда, как я видела вас.
подонков. Это бандит. Все, покиньте чужую квартиру. Уйди отсюда! Уйди отсюда! Ты уже 100 раз тут пришел. Я же вам говорю, да. Раньше закончим, раньше уйдем. Не надо мне. Чем больше не уходи, я не дам ни одной минуты. Не дам ни одной минуты, я тебе сказала. Не дам ни одной минуты. Вот убирайся отсюда, подонок. Ты смотри, на чужим здоровье, тебе деньги это зарабатывают. Я на своем здоровье деньги, я грублю свое здоровье на этой стороне. Ты на моем, это я строила эту квартиру, это кооперативная квартира. Это не ихняя, это бандитская. Это не бандитская. Я не знаю, что делать. Ага, вон отсюда. Вот, убирайся. Хай, на каком основании? Потому что ты не... Это собственность. Так. Это собственность. Если это людей квартира приватизировала. Это не... И они не решили... У них они не приватизировали. А у им дали штраф даже. Ну, им дали вон штраф. Свой, у меня вон штраф. Даже бумага есть. Заплатили штраф? Ага. Нет. Нет? Нет, это они заплатили. Есть. Есть у меня бумага. Это в суд. Даже потом. Ну, ради бога, значит, заплатят еще, если надо. Ну, идите в суд, подавайте на улицу. Все, дайте работать спокойно. Не будешь работать. Покиньте чужую квартиру. Я сказала, убирайся, блядь, убирайся. Сука ты. Убирайся. Вы понимаете? Подонок ты. Подонок. Разве ты можешь? Ты человек. Ты человек. Ты животное. Ты животное. Я человек. Я в своей квартире. Почему он не человек? А я, потому что он утопнулся у чужую. Это моя. Это я строила ее, я свои деньги. А эти задушили свою мать. А эти заплатили за деньги какие-то. Никакие деньги. За стройку платят деньги. Они не платили. Они не платили, матерам задушили. За что платят? Я-то слышу. Ты слышал? Ну так слышал, так и тогда не манди. А я что не могу? Вот и все, я сказала, не будешь, я буду стоять тут, не будешь. Стойте, ради бога. Не будешь стирать. Вот и все. Я сказала, что вы рзали, там, что вы рзали. Так это их не мы рзали, чего вы к нам цепляетесь? А что ты идешь сюда? Ты знаешь, как... Я иду делать свою работу. Иди откуда я знаю, кто тут что вырезал? Иди посмотри, как обвалился он. Послушайте, откуда я знаю, кто тут. Пускай они вам все там вместят, если что, посмотрите. Мне не надо. Я не ищи дурней себя. Ты еще говно обосрался. Пошли, посмотрите, где угол пойдет. Отсюда. Вот, посмотри. Посмотри, тут ходили, фотографировали нас. Вот. Убирайся. Вот, понавешивали, блядь. Что вы делаете? Херню. Нейку мне понавешивали. Это не вам, вы на третьем этаже. На третьем? Это моя, и мы не строили тут. Ничего не строили. Они задавили мать и... Послушайте. И все. Это самое. Это вам что, жаба душит, что у них проводов много? Ах ты, сука ты. Не, ну вы-то говорите, вы понавешивали. Ты жаба. Это ты жаба. Я и говорю, вы жаба. Разве может человек настоящий вот так вот видеть, что плохо? Пошли в ее квартиру постучим. Я вам объясняю. Вы дали один день человеку поработать и все. Я освободились до этого шума. А вы каждый не успели кто-то дотронуться до стены, вы бегите, стучите. Пошли в ее квартиру. Я уже думала, я не знаю. Я так понимаю, что Маньяк. А что сделать, если за неделю люди не давали? 9 месяцев! Вы послушайте, неделю давали, из недели эти вы бегали 5 часов, держали нас. Сколько мы здесь были? Я вас не держала. Как вы держали, вы побегали, выхватывали у меня из рук перфорат. Пардон, я перфоратор, а не видел в глаза. Вы тут двое сидел, выхватывали, тогда я вам предлагал молоток поговорить ударить меня. Ты не говорил, я же не говорил, я вам руки давал. Я сказал, уходите, уходите. У вас там дверь. Я тебе сказал, что вы делаете? Женщина, успокойтесь. Я сейчас дам успокою. Я сейчас успокою, подумайте. Сейчас вот милиция приедет. Давайте вызывайте. Я уже вызвал. Давайте, отлично. Я уже вызвал. Мы покажем, как вы дверь долбили чужую. Работать ты тут не можешь. Хорошо. Сказал, а это его подонок, и ты. Да, подонок, да, да. Это ты уже не первый раз. Ну, 8, 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 8
Ты что? Вызывай. Вот столько. Вызови, я снимаю. Снимай. Я сейчас прям как полуфлюда будешь знать. Ты чего пришел сюда? Я? Ага. Наводить в порядок. Наводить, я тебе навяжу порядок. В голове своей дурной навяжу. Так, бабушка, не переходите границы. Я не перехожу границы. Это вы переходите границы. Какие границы? Ага. Вы за границы не переходите? Да. С мусором вызову. Я... Да. Шах, нет, подожди. Давай, давай. Я уже вызвала, у меня больше. Как ты не вызвала? Вызвала. Кормите. Ага. Уйди отсюда. Успокойся. Я сейчас... А ты сволочь, ты меня будешь там еще, уйди отсюда. Куда? Вон, туда. Хорошо, ты я вошел. Сюда не придешь. Конечно. Вы будете охранять, да? Я тебя охраняю, такой подлог, такая фашисты тебе только будут охранять в тюрьме. Ой, тюремщик, черт. Иначе ты не... Тебе не место нигде, потому что нормальный человек подумал, что тут же люди живут, тут люди, это моя личная. Я тебе, сука, тогда сказала, что не будешь ты тут работать. 9 месяцев, бьют, прям, я уже не знаю, Лукашенко удержит тут. Подонки это. Убили матери, думают, убьют меня. Я их быстрее убиваю. Сука, им тут не жить. Вот так. Тут они жить не будут. А что, он скорую вызовет? Я тебе скорую вызову. Не, ну я не знаю, у вас что-то... Сумасшедший дом. Я спокоен. Ты я сделал свою работу. А, да. Ты спокоен. Ты спокоен, я это знаю, что ты спокоен. Право уже надоело.